здравствуйте. Меня зовут Котова Наталья Сергеевна. Я представляю компанию Sequoia Credit Consolidation. Звоню по поручению Почта Банка. Разговор записывается. Роман Николаевич Власов. Знаком? Ну. Это вы? Нет. А он ваш знакомый? Я правильно понимаю? Он кокаин в Камбодже выращивает. Что выращивает? Кокаин. Кокаин? А вы откуда знаете? Покупаете? Я его прикрываю здесь. Прикрываете? Налево, да? Информацию смогли вы ему передать? Нет, он в Камбодже. А как-то вы связь поддерживаете? Ну, конечно. Голубя он высылает раз в неделю. Голубя? Голубя. Может, почему вы сейчас предоставляете мне ложную информацию? Ну, наоборот, я вам выкладываю все как есть. Роман Николаевич выращивает кокаин в Камбодже, а я его здесь прикрываю. Камбоджа. Кокаин.